40 лет – это переломный момент. Если человек до 40 лет вел один образ жизни, после 40 лет он может кардинально измениться. Я это читала даже в астрологических гороскопах. Например, знак такой-то – стрелец, а после 40 он должен жить по знаку рака там или еще как-либо. Раз он куда-то пошел, значит, это в чем-то виновата его половина, которая рядом с ним всю эту жизнь до этого момента с ним была. Өзін несімен әрғайсын жасымен жасы кейін кезде бақтар болып жатады кейбірінің. Әрғалай енді әрғайсында. Негізі дұрс емес деп ойлаймын, бірақ та жалық болуда мүмкін өзі шыны керек. Я думаю, что это неправильно. Вот. А почему они так делают, я, наверное, когда 40 исполнится, узнаю. Ну, может быть, действительно у них там какой-то этап в жизни произошел, да. Но не все, во-первых. Во-вторых, есть у мужчины действительно, может быть, у них и морально действительно более совпадает с молодой девушкой.